Всем привет! Сегодня торжественный момент. Сегодня мы будем переселять, наконец-таки, перепелов в новые клетки. В предыдущих видео я показывал, как я делал клетки сами, ниппельные поилки, как я делал кормушки, вот, поддоны. Вот я подсоединил уже, сделал тройник, подсоединил ниппельные поилки, они заработали. Вот они работают на 360 градусов. В этот раз я использовал не такой шланг садовый, ну, в принципе, не знаю, может, это тоже называется садовый, но он как бы как кислородный шланг такого же материала, только диаметр больше. Почему? Потому что этот шланг, он не гнется, а этот вот сгибает, перегибается, что, мне кажется, плохо проходит вода. Я поменяю, наверное, везде сделаю с такого шланга. Вот. Заключительным этапом, перед тем, как переселять сюда птичек, которые уже подросли, пока я все это конструировал в брудере, подросли. Перед тем, как их сюда запускать, я делаю здесь на яйцесборнике вот такую ленту. Мягкую ленту, как поролон, какой-то утеплитель строительный. Вот, либо вот такой тонкий в несколько слоев, для того, чтобы яйца, скатываясь, максимально оставались целыми и прутки не разбивались, как бы не надкалывали. Вот. Сейчас я эту ленту в несколько слоев установлю. Если можно, в принципе, вот такого поролончика, более толстого, нарезать полоски и в один слой ее сделать. И все, сюда тогда запускаем перепелочек наших, которые уже на данный момент начали нести яйца уже. Вот, сюда их пересаживаем, цепляем кормушечку, и все на этом. Ну вот, переселил сюда птичек. 40 штук в эту клетку помещается, так, чтобы они комфортно себя здесь чувствовали. Вот. Теперь у вас есть новый дом. Вот здесь прикрепил уже ленту эту, так что яйца будут максимально целые. Только переселил, они еще обследуют местность. Еще непривычно. До этого возраста они пробыли в брудере. Немножко задержались там в нем. Это не все перепела. Одних я раньше пересадил, была свободная клетка. И вот эти, и еще в брудере там немного осталось. Но это я уже буду переселять в верхнюю или в нижнюю клетку. Вот, постепенно будем ее заполнять. В нижнем брудере там у меня еще перепелочки маленькие подрастают. Так что процесс идет. Ух ты, голосистые какие. Уже начинают осваивать ниппельные поилочки. Только я об этом сказал, и все от них отошли. Да?
Вот они осваивают новые поилочки. Ну все, достаточно сюда повесить сейчас кормушечку. И работа на этом завершена. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам информация была полезна. Подписывайтесь на канал. Пока.